Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. С вами я, Юлия Ракоцкая. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. У бизнесменов теперь появилась собственная кредитная карта. Уникальный в России продукт представил Сбербанк. Это фактически аналог обыкновенной кредитной карты, только с увеличенным кредитным лимитом, естественно, поэтому она всегда находится под рукой. Морскому млекопитающему невозможно создать хороших условий в банке с водой. Проблемы китовой тюрьмы под находкой, которые волнуют всю страну, обсудили в студии «Радио Лемма». Задача этой базы – это адаптация животных к неволе. Более 600 работ от юных кинематографистов со всей России и не только. Фестиваль «Веселая Ларга» в 9-й раз прошел во Владивостоке. О том, какие работы были признаны лучшими на детском кинофестивале, расскажу я, Катерина Матвеева. Также в выпуске первые претенденты подали документы для участия в конкурсе за кресло главы Владивостока, пока в списке четверо. Еще расскажем: опрятные водители, безналичный расчет и знание русского языка. Губернатор анонсировал новые условия для перевозчиков столицы Дальнего Востока. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Депутат, вокалист, безработный и управляющий претендуют на должность главы Владивостока. Первые претенденты подали документы для участия в конкурсе на должность мэра, сообщается на сайте городской думы. В комиссию поступило 4 пакета документов. Напомню, бумаги от претендентов принимают до 11 февраля. В составе конкурсной комиссии представители Думы Владивостока и губернатора края. Конкурс проводится в 2 этапа – проверка документов и собеседование. В итоге будут отобраны как минимум 2 кандидата, которых представят в Думе. Заседания конкурсной комиссии назначены на 12 и 18 марта. С главой города депутаты должны определиться 28 марта. 100 новых автобусов поедут по Владивостоку. Также будут пересмотрены договоры с частными компаниями-перевозчиками. Это необходимо, чтобы навести порядок в городской системе общественного транспорта. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяка на встрече с предпринимателями. Последние, к слову, высказали опасения по поводу дальнейшей работы. В конце марта у большинства перевозчиков закончатся договоры, а 80% перевозок в краевом центре выполняют частные компании. Олег Кожемяка отметил, что к работе общественного транспорта Владивостока сегодня есть вопросы. Так как строилась работа раньше, она продолжаться не будет. Автобусы должны отвечать облику столицы Дальнего Востока. Водители должны пройти переэкзаменовку по навыкам вождения, правилам движения, знанию русского языка, если это иностранцы, а также иметь достойный внешний вид. В транспорте должна работать система безналичного расчета. Дальше будут требования непосредственно ко всем владельцам на сегодняшний день маршрутов по перезаключению договоров. Если они попадают в эту историю, как я сказал, это соответствующий транспорт, это соответствующий обученный водитель грамотный, форма, работа и безналичная оплата. Они будут продолжать работу. Нет, мы пойдем на то, что еще 100 закупим автобусов. И этих людей, которые работают на этих же автобусах, устроим туда. Там много очень порядочных людей. Но на сегодняшний день работа транспорта не удовлетворяет главных, а она не удовлетворяет жителей города. Поэтому оставлять ее так, как она есть, мы не будем. Первый заместитель главы Владивостока Константин Лобода сообщил, что все условия, которые озвучил губернатор, будут отражены в технических заданиях на проведение новых конкурсов для перевозчиков. У нас сформирована позиция от администрации, и мы открыты для нормального рабочего диалога с автотранспортными предприятиями, которых у нас 14 на территории города, осуществляют свои услуги для доработки и реализации всех этих мероприятий. Новый и уникальный в России продукт представляет Сбербанк. Кредитная карта для предпринимателей помогает развивать бизнес без лишних сложностей. Одно из ее главных отличий от кредиток для физических лиц – наличие партнеров, которые предоставляют повышенный льготный период для оплаты счетов при покупке в их магазинах. Также карта избавляет бизнесменов и от бумажной волокиты. Тему продолжит моя коллега Анна Бережная.
У нас достаточно большое помещение, в котором мы сумели реализовать все цели, которые нам были необходимы. Магазин женской одежды в центре Владивостока Владислав Цхай открыл недавно, но место уже пользуется популярностью не только у любительниц шопинга. Пока они штурмуют прилавки, их вторые половины с удовольствием пьют кофе. И для этого им не нужно идти в соседнее кафе. Мне пришла идея открыть кофейню внутри магазина для того, чтобы привлечь дополнительный трафик клиентов и для того, чтобы улучшить уровень сервиса для наших покупателей. Идея совместить приятное с полезным пришла внезапно. Воплотить ее хотелось как можно скорее, но для этого были необходимы вложения. Нужной суммы у Владислава не было. Но отказываться от перспективных планов в бизнесе не пришлось. Помогла кредитная карта Сбербанка для предпринимателей. Я рекомендую это всем предпринимателям. Я думаю, что они меня поймут. Это деньги, которые ты можешь использовать тогда, когда тебе это нужно. Ты можешь воплощать свои идеи быстро, своевременно и не искать, не перезанимать и не платить какие-то проценты. Так, средства на ремонт и необходимое оборудование удалось получить в короткие сроки. И сегодня в кофейне всегда есть гости. Часто в кафе-магазин на красной линии заходят иностранцы. Ну, действительно, эта идея сработала. Это помогло мне улучшить уровень сервиса, привлекло намного большее количество клиентов и избавило мужчин от вот этой вечной проблемы, ну, долгого мучительного ожидания девушек, когда они занимаются шопингом. А при отсутствии возможности развивать свой бизнес, предпринимателям помогает международная кредитная карта Сбербанка. Новый и уникальный на сегодняшний день продукт. В зависимости от дохода юридического лица или ИП, оформляющего карту, банк одобрит лимит от 100 тысяч до миллиона рублей. Причем использовать бизнес-карту можно для оплаты товаров и услуг за рубежом. Льготный период для выплаты задолженности – 50 дней. При этом особенностью данной карты является то, что есть довольно обширный перечень партнеров, которые самостоятельно при расчетах в их сети данная карточка увеличивает вот этот бесплатный период пользования заемными средствами до 1 года. Оформить можно сразу несколько карт, которые привязаны к единому счету, предоставив доступ к дополнительным кредитным средствам сотрудникам, которые отвечают за закупки или оплату счетов. Это фактически аналог обыкновенной кредитной карты, только с увеличенным кредитным лимитом, естественно, поэтому она всегда находится под рукой, не требуется дополнительное оформление, как при обычном кредитовании, пройти процедуру оценки финансового положения, заключить договор кредитный для предоставления ресурсов. Кредитка выдается на длительный срок до 3 лет. Еще одно отличие карты от кредитов в том, что расходы по ней учитываются в расходах компании, как и любые оплаты по счету, тогда как при кредите средства должны расходоваться только на цель его получения. Клиенты Сбербанка на Дальнем Востоке уже оформили 786 бизнес-карт для предпринимателей. Анна Бережная, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Погибшему в Сирии летчику Роману Филиппову в поселке Черниговка установили мемориальный бюст. На открытие мемориала на территории авиаполка, где служил герой России, пришли вдова и дочка Романа Филиппова. В церемонии также приняли участие губернатор Олег Кожемяка, командование Воздушно-космических сил России, Восточного военного округа и сослуживцы. Прозвучали салютные залпы, а в небо поднялись вертолеты и самолеты Су-25. Летчики показали фигуры высшего пилотажа. Напомню, Роман Филиппов погиб 3 февраля 2018 года при выполнении боевого задания в Сирии. Его самолет Су-25 был подбит террористами. Майор катапультировался и до последней секунды вел бой. Когда террористы приблизились, Филиппов подорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен. Указом президента майору посмертно присвоено звание Героя России. Тем временем в Приморье военные летчики продолжают отрабатывать свое мастерство. Так, экипажи штурмовиков Су-25, также известных под именем «Грач», нанесли ракетно-бомбовый удар по базе условных боевиков Приморье. Экипажи самолетов во время учений вылетели с целью уничтожить укрепленный пункт по заранее полученным координатам. Отмечается, что полеты проходили на высоте от 2 до 3 тысяч метров с совершением фигур высшего пилотажа. Летчики выполнили боевые пуски неуправляемых авиационных ракет и практическое бомбометание по целям. После этого экипажи отработали противоосколочные маневры, а также ушли из-под ответного удара зенитных установок условного противника.
Роскосмос анонсировал 5 пусков с космодрома «Восточный» в 2019 году. Это больше, чем за всю историю эксплуатации молодого космодрома. К настоящему времени с «Восточного» осуществили 4 пуска. Четвертый запуск состоялся в самом конце прошлого года. Впрочем, столь амбициозные планы у Роскосмоса не только на один космодром «Восточный». Как заявил журналистам вице-премьер России Юрий Борисов, в общей сложности на 2019 год запланировано 45 пусков. Он напомнил, что в 2018 году в России осуществили 21 запуск. При этом в последние годы Россия опустилась с первого на третье место по количеству запусков ракет в космос. Сегодня одна из задач, которая стоит перед властями Дальневосточного федерального округа, создать на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморье благоприятный инвестиционный климат. То есть условия, которые позволили бы широко использовать иностранный капитал для развития края. Однако в этой сфере не все так гладко. В Уссурийске в эти дни идет судебный процесс над китайским бизнесменом. И это разбирательство может не самым лучшим образом повлиять на желание коммерсантов с Поднебесной вести дела в Приморье. Евгений Черемухин продолжит тему. О китайских инвестициях в Дальний Восток в последние годы сказано немало. От полей ВЭФ и многочисленных саммитов до закрытых заседаний в кабинетах высоких лиц. Из всех открытых источников следует, что сумма заявленных вливаний Поднебесной в регионы ДФО составила уже 30 миллиардов долларов. Однако китайские бизнесмены на пути к светлому будущему иногда встречают препоны, в данном случае в виде российского правосудия. 13 января 2018 года в Уссурийске был задержан гражданин КНР Шень по подозрению в даче взятки в 500 тысяч рублей. Гражданина заключили под стражу сначала до 13 марта 2018 года, позже продлили до июня. На защиту его интересов встал московский адвокат. Последний заявил, что даже непрофессиональным взглядом видно, что физическое состояние его клиента вызывает существенные опасения. На все ходатайства о проведении медицинского освидетельствования следователь отвечал отказом, а когда все же дал согласие, то начальник СИЗО незаконно отказал в его проведении, что свидетельствует о некой игре, которая ведется в отношении Шеня. Сейчас есть реальный риск того, что дальнейшее нахождение в СИЗО может угрожать его жизни. У Шеня в Уссурийске, помимо близких родственников, живет жена и малолетний ребенок с российским гражданством. Он не убийца, не насильник и не социально опасный элемент. Однако на все просьбы защиты отпустить Шеня под домашний арест или под подписку о невыезде следствие отвечает отказом. Арест бизнесмена из Китая заставил понервничать и его соотечественников. Шень – уважаемый человек не только на родине, но и в Приморье. В свое время он возглавлял департамент туризма в Суйфэньхэ и помогал налаживать дружеские отношения между нашими странами. Сама же история с дачи взятки полна белых пятен и невыездных моментов. Вот что об этом пишет независимый корреспондент газеты «Золотой рог». Одним из проектов, который до недавнего времени финансировал Шень, была гостиница во Владивостоке. Проблемы у инвестора начались в 2015-м, когда выяснилось, что отель построен с нарушениями требований по проектированию. На тот момент уже было возведено 4 этажа, после чего строительство было приостановлено. В октябре 2017 года Ленинский районный суд города Владивостока приговорил самовольную 4-этажную постройку к сносу. И тогда Шень, вложивший в строительство незаконнорожденной гостиницы более 80 миллионов рублей, стал искать хорошего юриста, который смог бы законным путем решить эту проблему. И такой человек нашелся. Им оказался Игорь Филинов. По легенде, человек с большими связями. На деле никакого отношения к юриспруденции не имеющий. Филинов и Шень встречались 3 раза, общаясь через переводчика, плохо говорящего по-китайски. И каждый раз юрист со связями заявлял, что надо заплатить чиновнику по фамилии Заиченко, который за большие деньги сделает все как надо. Кто такой Заиченко, Шень не знал и не хотел знать. В свою очередь он неоднократно напоминал Филинову, что все надо сделать по закону, а как он это сделает, Шеня не интересовало. Тому свидетельство диктофонные записи переговоров, а также расписка Филинова, где черным по белому написано, что он получил 500 тысяч рублей за юридические услуги. Представители защиты китайского бизнесмена уже обратились с письмами к президенту России, а также в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой о контроле и рабочей проверке ситуации. Восьмой канал продолжает следить за судьбой китайского инвестора и будет сообщать о подробностях процесса. Евгений Черемухин, новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Проблемы китовой тюрьмы под Находкой в Приморье, которые волнуют всю страну, обсудили в студии «Радио Лемма». Лора Белоиван озвучила свою позицию. Приморье приготовилось замерзать. 2 волны похолодания ждет край, а Владивостоку снова обещают снег. Соревнования по легкой атлетике прошли во Владивостоке. Первенство Приморья собрало почти 300 участников.
Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «Санас». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «Санас» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «Санас». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами Юля Ракоцкая, и мы продолжаем. Проблемы китовой тюрьмы под Находкой в Приморье, которые волнуют всю страну, обсудили в студии «Радио Лемма». Лора Белоиван озвучила свою позицию. Приморье приготовилось замерзать. Две волны похолодания ждет край, а Владивостоку снова обещают снег. Соревнования по легкой атлетике прошли во Владивостоке. Первенство Приморья собрало почти 300 участников. Страсти не утихают вокруг китовой тюрьмы в бухте Средней. Под Находкой зоозащитники бьют тревогу и всячески пытаются вызволить белух и касаток из опасного заключения. Как же остановить в стране бизнес по продаже морских млекопитающих? Как живется китам и дельфинам в неволе? В студии «Радио Лемма» побывала Лора Белоиван, журналист, писатель, художник и директор Центра реабилитации морских млекопитающих. Подробности у Светланы Садовой. Как прекратить в России бизнес по продаже морских млекопитающих и запретить отлов китообразных для развлекательных целей? В студии «Радио Лемма» разговор с Андреем Калачинским не всегда о политике. В гостях у журналиста его знаменитая коллега и писательница, известная не только в России и за рубежом, Лора Белоиван. Вот уже 12 лет она руководит Центром реабилитации морских млекопитающих «Тюлень» в поселке Тавричанка. Лора Белоиван – журналист, писатель, художник. Впервые Лора Белоиван нашла тюлененка, гуляя с собакой во Владивостоке. В городской квартире детеныша Ларги пришлось держать прямо в ванне. В 2007 году Лора Белоиван вместе с супругом создала в поселке Тавричанка некоммерческий центр реабилитации морских млекопитающих «Тюлень». В Китае запрос на морских млекопитающих, как на экзотику, он, я не знаю, интересно ли их морские ежи в шоу-программах. Нет, морские ежи вот, просто едят. Но все, что шевелится, они с радостью покупают и принимают. В том числе, вот казалось бы, тюлени. Они интересны в воде, но они совершенно не зрелищные, не на подиуме. На подиуме. Что там может быть, ну, по сравнению с теми же там, львами морскими или котиками, которые могут и так, и эдак, и на бикрине мячик подкинуть. Вот. Ну, тюлень тоже может крутить мячик на носу, невелика наука. Петицию о запрете на отлов китообразных в России для индустрии развлечений, которая размещена на федеральной интернет-платформе «Российская общественная инициатива», уже подписали 650 тысяч человек, рассказала Лора Белоиван. Коммерческое использование китообразных в прошлом году в России бьет все исторические рекорды. В Охотском море только по официальным данным было выловлено 12 касаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. Я вижу некие сходные черты между дельфиньим бизнесом в Японии и бизнесом по отлову китообразных в России. Подсказку дал, собственно говоря, представитель Тинро, сам того не ведая, на общественных слушаниях 3 мая 2018 года, когда обсуждалось АДУ, это общедопустимый улов, где прозвучали впервые цифры, и то, что вообще АДУ рассчитано на касаток, вот заявки будут поданы на квоты от 4 фирм. Выловленные в 2018 году киты были сконцентрированы в центре передержки в бухте Средняя. Сегодня он больше известен как китовая тюрьма. Лора Белоиван – одна из тех, кто побывал в Средней. Она лично увидела условия, в которых содержатся морские животные. Задача этой базы – это адаптация животных к неволе.
который предполагает еще и раскорм, в том числе раскорм. Не слово очень... раскорм какой-то не русский. Это термин. Так. Потому что животные, взятые из природы, нет, животные, взятые из природы, не будут есть мертвую рыбу. Тем более белушата, которые там половина их. Из них молочного вскармливания, еще их отняли у самок. И их нужно научить есть рыбу. Рыбу дохлую причем. Морскому млекопитающему невозможно создать хороших условий в банке с водой, говорит Лора Белайван. Любой бассейн, любой резервуар для них тесен. Они в природе, шутя, проплывают сотню километров, просто чтобы поболтать со знакомыми. Общественная инициатива запретить добычу китообразных в учебных и культурно-просветительских целях предусматривает исключение китообразных из перечня видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. Еще один пункт – внесение запрета в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, на рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях в отношении китов. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Слово молодым. Во Владивостоке в библиотеке БУК выслушали предложения молодежи по развитию Дальнего Востока. Налоговые льготы, госинвестиции в строительство жилого фонда, развитие сельского хозяйства и внимание к вопросам урбанистики. Вот что волнует студентов. Основное внимание в дискуссии уделили приморской столице. Большинство присутствующих сошлись во мнении, что Владивосток – территория с большим потенциалом. Так представители молодого поколения предложили провести полную модернизацию общественного транспорта, а также сделать город удобным для пешеходов. Молодежь хочет, чтобы во Владивостоке было больше скверов, парков, зон для культурного и активного отдыха. Молодые люди готовы и сами включаться в работу по благоустройству. Напомню, работа по созданию национальной программы развития Дальнего Востока ведется по поручению президента Владимира Путина. Владивосток – лучший в России. Столица Дальнего Востока на данный момент лидирует в рейтинге самых узнаваемых и привлекательных городов нашей страны в 2019 году. Ежегодное голосование проходит на сайте «Города России. Национальный выбор». Владивосток занимает первую строчку рейтинга, набрав более 29 тысяч голосов. Всего в проекте участвуют 83 города. В тройке лидеров также находятся Пенза и Нальчик. Онлайн-голосование продлится до конца года. Напомню, по итогам голосования 2018 года Владивосток занял второе место, уступив Владикавказу. Фестиваль детского кино и телевидения «Веселая Ларга» прошел в приморской столице уже в 9-й раз и, как и прежде, собрал юных кинематографистов со всей страны. В финальный конкурсный этап попали документальные, игровые фильмы, репортажи, ролики социальной рекламы, видеоклипы и мультфильмы. Подробности у Катерины Матвеевой. Доля секунды, и тарелка разбивается о штатив. Этот ритуал традиционно дает старт фестивалю детского кино и телевидения «Веселая Ларга». В этом году конкурс собрал более 600 работ. Вот если проследить генезис, так сказать, что снимали дети и что снимают, то больше серьезных фильмов. Ну, наверное, и фестивальная тематика как бы требует это, и дети уже ориентируются на это, понимают, что с тем легким и ненавязчивым, и мало кому нужным, кроме них самих, материалом, они не пройдут. И они снимают такие вот, затрагивают на самом деле серьезные житейские проблемы. «Веселая Ларга» изначально была городским фестивалем, а теперь он разросся до всероссийского уровня. В подготовке конкурсных работ приняли участие несколько тысяч юных кинематографистов и тележурналистов практически из всех регионов страны. Захотелось снимать видео на YouTube, как, наверное, и многие дети. Вот, начала снимать, и у меня начало получаться, что учителя начали приглашать меня участвовать в конференциях и в конкурсах видео. А потом я поехала в океан на медиасмену, познакомилась с девочкой, которая ходит во дворец детского творчества «Следопыт», и пошла вместе с ней. И с тех пор я езжу по разным фестивалям и занимаюсь, в принципе, журналистикой, телевидением. Многочисленные награды взяли курсанты Уссурийского суворовского училища с фильмом «Проступок». Они постоянные призеры фестиваля. Ребята привезли несколько работ – игровой документальный фильм, выпуски новостей, видеоклип. Поскольку мы военное учреждение, да, ребята готовят быть будущими офицерами, то все наши киноработы, а их мы делаем 3 года подряд, все-таки так или иначе на военную тематику. В этом году наш фильм посвящен Великой Отечественной войне. Ну и
посвящены событиям Великой Отечественной войны. Суворовец сбежал на фронт, чтобы разыскать свою бабушку в деревне, в которой были немцы. Сюжет такой. Отойди! Это моя коза! Отойди! Моя Отойди! Коза! Веди, иди пристрелю. Отойди, а то пристрелю. Моя... Что ж вы делаете? Бабушке все расскажу! Иван! Дошли, да? Заткни ее. У, звереныш. Сидор, давай его к остальным. Ребята снимают фильмы, близкие им по духу, о любви, учебе, трудностях выбора. В рамках фестиваля для них провели многочисленные мастер-классы, было и общение с творческим профессиональным сообществом. Те, кто не смог приехать на фестиваль лично, передали видеообращение. Ребята, я вас очень люблю и вам всем респект, уважуха, делайте кино, снимайте кино, создавайте кино. Веселые ларги, от меня огромный привет. А гран-при в этот раз забрала студия творчества «Твикс» из Краснодарского края. Ребята сняли документальный фильм о семье Скворцовых, победителях конкурса «Семья года 2017». Михаил Иванович еще хорошо известен как большой мастер кузнечного дела. Он знает историю Кубани и с интересом рассказывает о повелителях железа, семейных династиях кузнецов. Одной из достопримечательностей является походная кузня, которая использовалась еще в царские времена. Этнографический музей создавался многие годы. Но в последнее время Скворцовы отдают свои предпочтения работе с детьми, передавая им знания и умения традиционных народных ремесел Кубани. Впрочем, для всех детей победа в этом конкурсе – момент важный, но не главный. Ведь возможность показать свою работу, свое видение мира и услышать ценные советы от экспертов – уже большой шаг к исполнению мечты. Катерина Матвеева, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Китайский Новый год отмечают в 2019-м 5 февраля. Жители Владивостока этот праздник по-восточному любят и почитают, ведь мы являемся ближайшими соседями Поднебесной. Поэтому отпразднуют наступление китайского Нового года и на центральной площади Приморской столицы. Мероприятие пройдет 5 февраля в 18 часов. В программе запуск воздушных змеев, танец дракона, огненное шоу и выступление творческих коллективов. Для всех желающих проведут занятия по восточной гимнастике цигун. Также будет работать тематическая фотозона. Две волны похолодания ждет Приморье. В понедельник пришла первая. Поднялся очень сильный ветер. На восточном побережье штормовой. Температура упала до минус 20 на севере края. Однако порывы ветра еще больше усилили ощущение мороза. Вторая волна ожидается в четверг после прохождения фронта. 6 февраля по Приморью местами пройдет небольшой снег. А уже 7 и 8 февраля следом за осадками днем и ночью будет очень холодно. Владивосток также может дождаться снега на этой неделе. Три популярных погодных сайта сходятся в прогнозах. Метель накроет не только Приморье, но и его столицу 6 февраля. Большого количества осадков при этом не ожидается. На Примпогоде снегопад среды характеризуется как небольшой, временами умеренный. Снег пройдет в ночь на 6 февраля и продолжится в течение дня при температуре минус 9, минус 11 градусов и сильном ветре. И далее к новостям спорта. Краевые соревнования по легкой атлетике прошли во Владивостоке. Первенство Приморья собрало в помещении стадиона «Динамо» почти 300 участников. Состязания стали первой в этом году проверкой молодых и перспективных спортсменов. Подробнее о краевом первенстве расскажет Максим Яковлев. Такой летний вид спорта, как легкая атлетика, не боится морозов. Даже зимой спортсмены продолжают активно тренироваться и участвовать в соревнованиях, только уже в помещении. Первым вызовом 2019 года для приморцев стало первенство края среди молодежи. Эти состязания объединили почти 300 легкоатлетов внутри стадиона «Динамо». У нас 12-14 регионов выступают регулярно. То есть у нас... В отличие от Хабаровского края, я хочу сразу сказать, что у нас мы богаты тем, что у нас много территорий. У них богат там Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а у нас и Фокино, и Находка, и Партизанск. То есть ребята есть очень хорошие.
Приморье действительно одна из сильнейших школ легкой атлетики в России, чего стоят только имена Натальи Власовой, Эльгизара Сафиулина, Ивана Зайцева и многих других местных воспитанников, которые имеют в копилке уйму всероссийских и международных наград. В этот раз на манеже тоже не слабые участники, которые стремятся к подобным результатам. Правда, это пока еще молодая смена. Многие легкоатлеты на первенстве лишь набираются опыта. Дома стало скучно сидеть, времени остается много. Решил ходить на легкую атлетику. Опыт, ну, где-то сейчас один год, и опыт плоховат, но главное не победа, главное участие. Со школы занималась, постоянно какие-то соревнования, бегали, прыгали, вот, и захотелось что-то более серьезное, поэтому пришла сюда. Ну, я раньше бегала, я понравилась очень спорт. А я когда приехала сюда, решила, что буду еще заниматься спортом, легкой атлетикой. Первенство края – плановые, а главное – первые соревнования этого года. На этом старте организаторы, тренеры и судьи оценивают навыки новоиспеченных легкоатлетов, а также присматриваются к лидерам, которых можно будет отобрать в сборную Приморья. Максим Яковлев, Алексей Заровный. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Первые претенденты подали документы для участия в конкурсе за кресло главы Владивостока, пока в списке 4 человека. Опрятные водители, безналичный расчет и знание русского языка. Губернатор Олег Кожемяка анонсировал новые условия для перевозчиков столицы Дальнего Востока. Уникальный в России продукт представил Сбербанк. У бизнесменов теперь появилась собственная кредитная карта. Более 600 работ от юных кинематографистов со всей России и не только. Фестиваль «Веселая Ларга» в 9-й раз прошел во Владивостоке. Приморье приготовилось замерзать. Две волны похолодания ждет край, а Владивостоку обещают снег. Соревнования по легкой атлетике прошли во Владивостоке. Первенство Приморья собрало почти 300 участников. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. 4 февраля 2004 года, ровно 15 лет назад, начала работу социальная сеть Facebook. Сегодня сеть популярна не только среди молодежи. Ею пользуются и среднее, и даже старшее поколение. Аудитория Facebook насчитывает более 2 миллиардов пользователей по всему земному шару. Однако зачастую многие пользователи социальных сетей никогда не встречали тех, кто зарегистрирован во френд-зоне. А психологи бьют тревогу. Насыщенная виртуальная жизнь во многих случаях маскирует одиночество и отсутствие настоящих друзей. Более того, с погружением в соцсети пропадают навыки обычного общения, поэтому всем пользователям Facebook и других соцсетей желаем больше теплого живого общения. На героев ролика, которые напомнят всем нам о том, как надо на самом деле дружить, смотрим вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Рокотская. Увидимся на восьмом.